Герои неба. Борис и Дмитрий Глинка, летчики-асы. Борис Глинка – герой, Дмитрий – дважды герой Советского Союза. Гвардии полковники братья Глинка сражались на американских истребителях «Аэрокобра». Их позывные «ББ» и «ДБ» были известны всему фронту. Каждый из братьев выработал собственный стиль боя. Дмитрий руководил группой пилотов и умел хорошо организовать их взаимодействие. Борис был виртуозным мастером пилотажа. Особенно братья отличились в боях за Кубань. За два месяца Дмитрий и Борис сбили по 10 самолетов каждый. Потрясающая результативность. Всего за время войны Дмитрий одержал 50 воздушных побед, Борис – 30. После войны оба брата продолжили службу в авиации. Борис служил в Борисоглебском военном авиационном училище, затем в Центре подготовки космонавтов. Дмитрий командовал полком до выхода в запас в 1960 году. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.